Привет, зрители. Обзор небольшой еды. Перцы вот такие. Ну, это мятые перцы. Не особо советую их покупать. Ну, много отходов. Среди них приходится срезать дефективные куски. И они могут пролежать день-два. Огурцы вот такие же. Состояние у них на троечку. Вот они, я их отложу сразу. Забыл, как кураж, по-моему, называется. Они дешевые. 30-40 рублей. Вот эти. Вот эти огурцы подороже стоят. Но тоже стоили где-то рублей 40-50. Хотя сейчас даже в магазинах в некоторых стали появляться, ну не в Перекрестках там 100 рублей, а в Семишагове я видел за 50 рублей огурцы. Поэтому не сказать бы, что такая цена дешевая. Тем более, видите, они сильно помятые. Ой, помидоры отличные. Стоили они... Их купил я несколько дней назад, купил их. Около 60 рублей, по-моему, 50 или 60 рублей стоили они. Отличная цена. Ну вот и все. Пока что все, что я могу показать. Вполне, ну как бы огурцы вполне нормальные эти можно есть. Только уж совсем старые не стоит покупать, когда они вздуваются, желтые, они начинают горчить, они могут... Ну, просто выкинуть можно. То есть надо смотреть, чтобы они не были просто испорчены. Вот этот вот край уже испорчен. Ну, а перцы, отличные перцы, они даже сейчас дорого стоят. 100, 200, 300 рублей. Но там было, вот если 60 рублей мятые, половину выкидываешь, как получается 100 там, ну, около 100 рублей цена, но более-менее еще можно было купить вот эти болгарские, но они, по-моему, израильские перцы. Ну и пока что все. Особо больше ничего я не покупал. Какие-то появляются клубники, черешня, вишня, но мне это не интересно. Они кислые, то, что сюда привозят, абрикосы, персики, черешню, вишню. А в основном все кислое, клубника кислая. Ну, стоит она 200, 300, 500, 600, я видел, 700 каре. Кислятина, плохие, недозревшая. Все сюда приводится. Ну, часто. Так, ну это все. Всем пока. До следующего ролика стрима. Смотрите на YouTube и в Телеграме.